летает уже на неделе две. А вот заднее колесо где-то примерно 9 пси. Эта разница, кстати, чувствуется, что чуть-чуть оно подавливается и ехать становится более плавно. Сейчас подкачаю, да, тоже 10-11, и поеду прокачусь. Вчера намерло сантиметров 10 такого легкого пушистого снега. И ехать очень тяжело. То есть рельсы, вот, по которым вчера поезд ехал и сегодня будет ехать, замело полностью. Тропинка ужасная. То есть если 2 дня назад здесь было можно ехать на 4-5 передаче, сейчас даже на первой. То есть у меня спереди звезда 32, а сзади звезда 34. Очень тяжело ехать. Ну, лыжню уже накатали. Сейчас время 12. С утра люди встали и накатали офигенную лыжню. Я не знаю, смогу ли я дальше проехать. Но реально, реально очень тяжело ехать. Как интересно, на железной дороге указатель километража. То есть это 5 километров, я так понимаю, от момента того, как железная дорога отошла от главной дороги и свернула сюда в бок. Я, наверное, проехал около 3 километров сейчас. Соответственно, с другой стороны 6 километров. Всего эта железнодорожная ветка, она действующая, протяженность 11 километров, но, к сожалению, там в самом конце уже разобрали пути, и поэтому там не 11 километров, там поменьше. Вот первый раз я вижу такой столб, обычно на автомобильных дорогах бывает, а тут на ЖД. Пытаюсь прорваться дальше. Мороза, ветер 5-6 метров, на солнце жарко, невозможно, я уже весь расстегнулся, в одном термотоником совсем ел, ехать невозможно, дороги нет.
всегда укатаны. Но после вчерашнего снегопада даже ни следа, ничего. И мне надо доехать вот там, где вдалеке лес виднеется, там хоть дорога есть. Сверну там на асфальт и поеду обратно, потому что ехать невозможно, сейчас пешком поеду. В самый такой момент выскочил. Фух, короче, сдувал колеса, пока они не издали такой звук, типа как вот треск. То есть резина снялась с ободов. Я думаю, что там сейчас или 2-3 пси, или вообще под ноль. Сейчас закручу этот непелек и попробую поехать. Ну блин, поезд прям внезапно. Видно, на скольке спустил. Вообще полностью прогибается, я одной рукой давлю. Вот порядка 10 сантиметров снега, это я просто велосипед тащил. То есть на самом деле снега больше, и внизу он тоже рыхлый, поэтому не дает ехать. Сейчас попробую на спущенных колесах. Шире, но не в два раза, но намного он стал шире. То есть я просто крушу снег, давливаю его, но ехать могу. Сейчас постараюсь тогда не пешком дойти, а хотя бы доехать до дороги. Слишком медленно, слишком тяжело. Снег реально. Сантиметров 12. Просто жесть. Ехать? Ну можно. Но столько сил трачу, мне кажется, пешком получится быстрее. Тем более теперь колеса спущены, мне на них ехать до города еще. Ну, в общем, фэт катит. Даже по такому снегу, но очень медленно. Когда есть хотя бы какой-то наст, отлично. А вот по такому ехать, ну, тяжеловато. Проще пешком.